облсполкоме подведены итоги обращений граждан за первый квартал текущего года. Всего жители области обращались в исполком 1124 раза. Это примерно на 10% больше, чем в первом квартале прошлого года. Тем не менее, тематика обращений не изменилась кардинально. На первом месте работа коммунальных служб. Прежде всего, это связано с благоустройством населенных пунктов и ремонтом дорожной сети. Кроме того, в своих обращениях люди затрагивают вопросы пенсий, охраны окружающей среды, транспорта и торговли. Фермеры региона завершили сев ранних яровых. Сейчас они готовят землю под кукурузу и начинают сажать однолетние травы. Климат последних лет внес коррективы в структуру посевов. В прошлом году жара уничтожила более 70 тысяч гектаров сельскохозяйственных культур. Чтобы это не повторилось, кукуруза и другие засухоустойчивые культуры являются предпочтительными. Это создаст хорошую кормовую базу. Посевная запланирована на середину апреля, если позволит погода. Для ее проведения в области создан необходимый запас топлива и запасных частей для техники. 3938 тонн бортовой бронзированной проволоки произвел Жлобинский БМЗ за март. Это на 20% больше, чем в прошлом году. В течение первого квартала 2020 года компания произвела более 11 тысяч тонн бортовой бронзированной проволоки для 11 стран. Основными импортерами являются Российская Федерация, Румыния, Польша, Португалия и Германия. В пресс-службе завода отметили, технические службы предприятия постоянно совершенствуют характеристики этой продукции и расширяют ее ассортимент. Это позволяет не только соответствовать запросам постоянных клиентов, но и находить новых. Так, в начале апреля заводские метизники произвели первую партию бортовой бронзированной проволоки для нового потребителя из Сербии. В конце месяца в Гомеле начинаются первые запланированные отключения горячей воды. Профилактические работы состоятся 20 апреля в котельной на улице Деревообрабатывающая 1А и на Гомельском электротехническом заводе. Последним в очереди на отключение горячего водоснабжения будет Северный район теплосетей 29 июля.